Саша сходила в магазин и не вытерпела. Купила себе просто киндеры Маша и Медведь. Пару раз открытие киндеров, теперь мы не можем в магазине пройти мимо всяких вот таких вот штучек. Шипелка Маша и Медведь. Давай посмотрим, что там. Сейчас придем домой и вскроем эту шипелку. Что это? Конфетка какая-то, наверное. Саша. Пошли. Так. Саша. Ну вот, мы пришли домой. Откроем эти штучки. Что это у нас? Киндер-сюрприз Маша и Медведь. И какая-то шипелка. Ну-ка давай посмотрим. Вот такая вот шипелка у нас. И киндер. Давай, открываем. Открывай, Саш. Так, Саша у нас уже профи. Профи открывания киндера. Шоколад растаял, пока ехали. Шоколадка растаяла, пока ехали. Так, помогаем Саше открыть эту штуку. Она у нас вся в шоколаде. Ну-ка, открывай, Гоша, что там? Что у нас попалось? Волк. О, волчара! Да. Вот какой волк у нас. Вот какой волк. Ну-ка давай шипелки открывай. Теперь посмотрим, что у нас в этих шипелках. Конфетки какие-то. А, у нас здесь просто обычные конфетки. Ну-ка открой, что это? Мне там написано шипелка с игрушкой. Почему? Какой-то порошок. Порошок? Она во рту шипит. А, во рту шипит. Ну, Сашке мы не будем давать, убери его. А это что там? Тоже шипит. Что, игрушки нету там, что ли? Сейчас посмотрим. И вот в шипелках вот такой вот маленький стикер оказался. Никакой игрушки, ничего там нету. Но там и написано, что стикер в подарок. Поэтому вот такие шипелки маленьким детям можно и не брать. Ну вот, Саша получила у нас шипелки, маленький стикер и волка. Саш, скажи пока всем. Саша, пока.